Я только что посмотрел кое-что, что напомнило мне о том, что когда вы точите нож, можете ли вы обжечь лезвие, держа его в руке. А люди говорят, что вы не можете, потому что чувствуете это. Становится жарко. Так вот, это термически обработанный кусок алмакса, который я держу в руке, как будто ты держишь острие ножа, и давай посмотрим, не поранюсь ли я. Представь, что я действительно усердно тру. Как ты думаешь, это так же горячо, как в мясорубке? Может ли мясорубка так сильно нагреваться, когда ты шлифуешь сталь? А ты почувствуешь это пальцем. Прямо сейчас я ничего не чувствую на своем пальце. Тепло никуда не передалось. И в данный момент я шлифую, скажем, кончик ножа. Не переставая шлифовать, кончик ножа сильно нагревается из-за напряжения, возникающего при шлифовании на изношенном ремне. Ты очень сексуален. Да, я действительно разрушаю свой апекс. У кого-нибудь есть хоть малейшие сомнения в том, что это разрушено? Теперь я чувствую прикосновение теплого пальца. Давай утолим жажду. Я только что почувствовал, что мне становится тепло. После всего этого я почувствовал себя так, словно опустил палец в чашку с горячим кофе. Как ты думаешь, в конце концов, это все еще хорошая идея? Нет, я так не думаю.